Сегодня мы продолжаем цикл передач совместно с Конгрессом татар и Государственным ансамблем песни и танца Республики Татарстан. И поговорим мы сегодня с вами о мурзах. Мурзы – это высшее дворянское сословие татар. Ну и традиционно обращаясь к костюму, конечно же, мы обращаем внимание, как у нас выглядит девушка в виде царицы, симбике. Это возвышенный в виде купола головной убор, расшитый камнями, изумрудами. Также нагрудные украшения из натуральных камней и своего рода, повернись, Альбин, пожалуйста, это такое платье, не приталенное. Мы показываем, какая, конечно, у нас девушка красивая. Это костюм из парчи, наличие блеска, грации, дороговизны, богатства. Ну и мальчик, в свою очередь, у нас тоже имеет куполообразный головной убор, расшитый золотом, серебром и камнями. Также зелян из гобеленовой основы, расшитый также камнями и кожей. Вот такими красивыми сапожками у девушки у нас туфельки. Ну и, конечно же, это такая дорогостоящая рубашка, что у девушки, что у мальчика.